Очередным заседанием попечительского совета Казанского федерального с президентом Татарстана было затронуто современное инженерное образование. Но прежде чем начать заседание, председателю попечительского совета был представлен инженерный институт после капитального ремонта, а также вторая городская поликлиника и медико-санитарная часть КФУ. Президент отметил огромный объем работы, направленный на улучшение качества, методик лечения и внедрение новых технологий в работу университетской клиники. И отрадно, что уже сейчас в стране опыт Казанского университета признается одним из передовых и успешных. Ну и самое главное то, что вот не хватало для университета инженерного образования, потому что я согласен, сегодня инжиниринг, он не только там какие-то технические, та же медицина, там другие направления, они требуют инженерных навыков, и вот то, что здесь сделано, позволяет решать многие вопросы, касающиеся междисциплинарных решений. Что касается основной темы повестки дня о развитии инженерного образования в КФУ, то с докладом ректор выступил не в зале попечительского совета, а в инженерном институте. Он отметил, что на сегодняшний день в КФУ на базе казанских подразделений идет большая работа над подготовкой инженеров будущего. Заранее отмечу, здесь еще одно наше колоссальное преимущество нашего университета, то, что ему дано право, как и другим 10 федеральным университетам, возможность создавать собственные образовательные стандарты, что мы и начали сейчас реализовывать. Инженерия – широкая сфера, в которой работают физики, дизайнеры и другие специалисты. А значит, инженерное образование должно реализовываться в проектной сфере, которая позволит специалистам смежных наук взаимодействовать. Президент порекомендовал воплощать предложение в жизнь, ведь спрос на инженерные специальности вырос, и это заметно. А также пожелал университету и дальше двигаться только вперед. В русле сказанного попечительский совет проголосовал за вручение специальных стипендий молодым ученым и аспирантам. И завершилось заседание церемонии подписания соглашения между Казанским федеральным университетом и компанией Kuka Robotics Rus. Технологии манипуляторов и роботов, представленные этой компанией, будут развиваться и совершенствоваться в стенах одного из старейших университетов России. Аделя Мухаммедшина, Ленар Давлетьяров, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз.